Здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшнем ролике мы расскажем о шестом этапе техпроцесса полировки бетона, который называется лощение. Для решения данной задачи используется Frankfurt GFB-3. Если у вас машина SO, есть аналогичные фрезы. Frankfurt GFB-3 окрашен в голубой цвет, имеет 6 традиционно расположенных сегментов с зерном 80 на 60 микрон, что соответствует 200 грит. Этот Frankfurt применяется для второго, заключительного этапа лощения поверхности. На этом технологическом переходе затираются следы, оставшиеся после работы Frankfurt GFB-2. Поверхность становится очень гладкой, это заметно даже визуально. Шероховатость поверхности практически полностью исчезла. Измерения показывают, что глубина получившихся царапин не превышает 0,05 мм. Результат данного этапа – поверхность подготовлена к обработке упрочняющей химией и дальнейшей полировке. Итак, мы готовы перейти к седьмому этапу техпроцесса полировки бетона, а именно к внесению упрочняющей пропитки, о котором мы расскажем в следующем выпуске. До скорой встречи! Подписывайтесь на наш канал. Если понравился сюжет, ставьте лайки,